напряжение очень сильное было. Мы, в принципе, в первом тайме минут 25 владели преимуществом большим. И так, было много убеганий, где мы могли разыграть, но не удавалось. Вот. Потом Анжи имела, ну, моментов, может, не имел, но напряжение создавал, потому что стандарты, штрафные, угловые, все это как бы они это достаточно хорошо делают, и мы к этому готовы были. Они за счет этого создавали напряжение. Ну, второй тайм у нас много было контратак, и могли разыграть, и моменты были. Вот, но только в концовке вот удалось Биг Фалфи забить гол. Ну, а концовка, конечно, напряжение было очень сильно, потому что угловые, у них все опасны, там вратарь выручил. Вот, и могли, конечно, не отквитать гол, но мы намного все-таки выиграли. Ну, у нас есть задача все-таки попытаться в шестерку попасть, занять шестое место. Вот, поэтому, естественно, игры такие, которые мы можем где выигрывать. Вот, поэтому, естественно, настрой был очень сильный. Ну, я скажу, что у Анжелы настрой не меньше был, чем у нас. Вот, мы просто, может быть, в плане игры чуть лучше смотрелись, вот, чем Анжи. В плане атак лучше смотрелись, более основательные атаки у нас были. Хотя концовку мы как бы смазывали. Потому что не могли разыграть, не могли никак реализовать то, что мы создавали. Да. Какую субъективно вашу личную оценку сегодняшнему судейству поставили? Ну, я скажу, он много. Ну, на мой взгляд, сейчас очень сложно сказать, я, честно говоря, судей не оценю, но, наверное, допускал ошибки, может, трактую неправильно, но я не думаю, что такие грубые ошибки он не допустил, на мой взгляд. Вот. А так, это тренер очень сложно, когда это надо посмотреть записи, это можно определить, четко сказать, как судейство было, потому что так визуально, даже игру вот смотришь, вроде одна картина, а потом смотришь по телевизору внимательно, совершенно другая картина. Ну, я думаю, вы, посмотрев, повторим, удивитесь. Ну, посмотрим, я не могу сказать. Честно говоря, я не привык, я судейство могу там оценить, когда грубые ошибки какие-нибудь тогда можно оценить, а так... сложно оценивать. Это комиссия есть, они, наверное, оценят. Если что-то она сейчас тем более поменяла все, значит, наверное, будет более строго к судьям относиться. Вот, поэтому, ну, это уже не мое дело. Ну, будем надеяться, потому что из этого раз мы ощущаем... Это, извините, это не только вы, не только мы тоже ощущаем. Мы вспомним, как в Питере у нас 3 удаления было. Ни за что, поэтому мы тоже... к этому причастны, что не всегда судьи судят так, как надо. Но сегодня я не могу сказать, что там... Мы тоже на него где-то кричали, орали. Но это в плане эмоций, в плане игры. Вот, поэтому здесь... А так уже оценка будет уже. Наверное, если какие-то будут жалобы, наверное, комиссия будет просматривать. Хотя у нас тоже в Сосны играли, ну, чистый... Пенальти вообще не было, он взял и дал. Но мы не стали уже писать, там 2-2 сыграли, так... Не стали обращать внимание, ну и не разобрали так. Сказали, одни говорят, ну был вроде, а другие говорят, ну не было. Поэтому здесь сложность есть. Спасибо большое.